тихо идет съемка. Но вообще, на ней написано «Тихо идет жизнь». Я вообще не люблю, когда заканчивается и все расходятся. Особенно на концерте. Особенно, когда уходят любимые. Стоишь в двери и говоришь: «Не уходи, пожалуйста, не уходи. Я люблю тебя, не уходи. Ты моя единственная, ты моя жизнь. Не уходи, я изменюсь ради тебя. Я не буду грубить. Я научусь делать и читать эти монологи про сантехников и про алкоголиков. Я научусь требовать от других и стану таким, как все. Они будут требовать, чтобы они были такие, как я. Я прилепшу тебя, не уходи, жизнь моя. Не уходи. Ты нужна не только мне, моему отцу, моему брату и, может быть, даже вам. Уходишь по-английски. А я так и не научился. Мне говорили, что жизнь научит. Я не научился говорить двуличному, что он личность. Бездарному, что он талантливый. Хитрому, что он умный. Ну, не научился. Я ничего, в общем, не накопил. У меня нет больших званий. Жизнь, научи меня. Я не умею на сцене просто валять дурака. Не умею. Уходишь. Ну, хотя бы шваркни дверью, чтобы показалось, что это аплодисмент. Она не может никуда уйти из жизни, потому что она не приходила. Нам все время кажется, что там будет жизнь. В детском садике нам кажется, что ой, я вырасту, и у меня там начнется жизнь. Закончишь институт, вот когда поступлю на работу, там начнется жизнь. Вот с этой разведусь, и там начнется жизнь. Мы все время ждем, что она начнется. Тратим время на то, что можно заработать много денег, можно. Но потом можно не успеть их потратить. Можно потратить время на казино, но не успеешь отыграться. Можно потратить время на выпивку, не успеешь похмелиться. На женщин, не успеешь у всех попросить прощения. Можно пойти в политику, но через 4 года вам постучат. Извините, второй срок. А можно потратить жизнь на то, чтобы соблюдать один устав, даже очень устав. Продолжать делать добро. Вы знаете, я им говорил, это очень грустный и неинтересный финал. Финал должен быть светлым, веселым, и мы его, подожди, сейчас сделаем.